Загадка. Рядом ловушка.
Нет слов. Отверстие. Кто-то поместил сюда печать. Интересно, давно ли? Thank you.
этот меч, что бриты зовут Экскалибур? Место в другое.
Ради этого мы льем пот и кровь. Мой пот – услада для древних. Мы жаждем пота войны, что так коробит слабого бога римлян. Молись кому хочешь. Ты не почувствуешь сладости Эля и свежести ветра после жаркой битвы. Чтоб тебе сдохнуть.
Дай взгляну на товары. Ты найдешь этому применение. Используй с умом. Идеально. Нет, правда. Тебе подойдет. Больше ничего не купишь? Мне пора. Всегда тебе рада, Эйвор. Вперед! Поднимай парус! Нужна песня, нужна история. Свои 11 зим я был младшим среди моих родичей, в атаге бесшабашных мальчишек и девчонок. Вместе с родителями мы были на перу у Хальдена Черного из дома Инвиндов. Чтобы испытать нас, родители приставили к нам старуху, которая велела нам печь лепешки и подавать благородным ярлам.